Всем привет! Хочу сделать маленькое видео. Вот у меня такая есть девочка. Она не белая, она кремовая, но очень светлая. Айскрем называется. Вот родители у нас: папа импорт Таиланд, у мамы тоже папа, тоже импорт Таиланд, белый окрасом, мама оранж. Девочка крепенькая. Такая на толстых лапках, широкая мордяшечка у нее, вот, ушки маленькие, хорошенькие, шерсть у нее великолепная, такая набитая. Ей 2 месяца, поэтому она еще не в линьке. Весом она где-то около килограмма, честно, не взвешивала. В следующем видео взвешу, точно скажу. Сделана одна прививка Вангард с короной. Я всегда делаю Вангард. Мне очень нравится. Он не пробивает никогда. У меня, по крайней мере, он не пробивает никогда. У нас с ним дружба. Все нормально. Проглистована. От глистов даю всегда паразицит. Для щенков мелких пород. У меня тоже с ним дружба. Всегда отлично. Глисты гонит. И все прекрасно. Что еще? Кушаем мы роял, ну, соответственный для профессиональной, для собак мелких пород, ну, для щенков в данном случае мы кушаем только роял. Ничего я не варю, не заморачиваюсь, у меня на это времени нету, некогда, я часто в разъездах, поэтому как-то так. Вот, что еще? Обрабатываем блок фронтлайном, хотя, если честно, блок никогда не видела, ну, на всякий случай. Еще пока не чипировала, но я чипирую, если нужно будет. Вот. Девочка в разведении, она будет ржалка, она очень хорошая, такая крепенькая, вот. Отличный пигмент у нее. Так что, если кому-то интересно, то, пожалуйста, обращайтесь, пишите, звоните. Все, с удовольствием отвечу. Так, за доставку, кстати, доставка возможна, смотря куда. Если куда-то, ну, далеко, ну, нужно искать. У нас есть кто занимается доставкой. Не проблема. Если не сильно далеко, то я могу и сама привезти. Вот. Ну, что еще? Что еще? Что еще? На пеленку мы учимся ходить. Пока у нас 50 на 50. Мы стараемся. Регулярно получаем. Да? И через раз ходим, куда положено. Ну, девочка, как все дети, игривая, кусючая, за ноги бегает, мама грызет. Игрушек у нее полно, но игрушки как-то нам менее интересные, чем ноги. Вот. Едим, сегодня мы ели банан, перец сладкий. Оказывается, мы салат очень любим. Я сегодня салат делала, насыпала, она его уплела весь. И горох, и что там у меня еще было, и кукуруза, и капуста. Ну, короче, все, что там было, скажи, я все умяла. Мне даже очень понравилось. И банан с удовольствием ела. Да? Так что, кому надо, пожалуйста, обращайтесь. Вот такая у нас девочка хорошенькая. Все, всем пока.